Ну что, поехали, посмотрим, как у нас. При маленьком, когда нас будет заканчиваться топливо, по идее, это поможет нашему автобусу проехать дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все у нас отлетает. Слишком я ускоряюсь, что, да? Давай чуть помедленнее будем ехать. Не будем так сильно разгоняться. Тем более, у нас автобус и так, бедолашка доходяга, может развалиться в любой момент. О, так, доехали. И что, нам это ничего не дало? Нет. Ладно, смотри, мы звездочки получаем. Ой, как хорошо. Звездочки, это замечательно. Сорок звезд, ух ты. Чтобы открыть новые карты, видишь, нам нужно звезды эти получать. Ну, будем потихонечку. У нас-то транспорта все равно много. Получается, за каждый транспорт мы получаем эти звезды. Хорошо. Так, главное нам не развалиться. Нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратненько едем. Мы сейчас заберем звездочки. После обновления игры Hill Team Racing у нас такие вот задачи. Чтобы открыть новую карту. Мало того, что нам деньги нужны, так нам еще какие-то звездочки надо собирать. Ну ничего, разберемся. Разберемся. У нас такие деньги есть, я могу открыть. У меня же есть открытый уже мотоцикл. Только получается, нужно нам еще 20 тысяч, чтобы его купить. Аккуратно. Так, ну бензина, в принципе, много у меня. Главное, чтобы мощности мотора хватило нашего автобуса. Ну, вроде бы как мощность есть. Аккуратненько сейчас едем здесь. Ой-ой-ой, главное не разбиться. Нормально. Едем. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, а здесь как нам подняться? Как нам здесь подняться, ребята? Давай, 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 давай. Есть. Так, уже догоняет нас. Автобус. О-о-о-о. В смысле? Я же этой вонючке покупал, ребята. Я же этой вонючке автобус этому покупал. Мотор только что. Смотрите, как он меня подводит, да? Вообще жесть. Несмотря сейчас нормально едем. Так, мы едем. Ускоритель. Во-во-во-во-во. Ускоритель, 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 ускоритель работает. Давай, 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 давай. Есть. Да, ребята, я поставил ускоритель, он меня спас. Получается. Получается, он меня спас. Под конец. Это очень хорошо. Хороший гаджет, слушай. Ой-ой-ой. О, вылетел. Вылетел чувак у нас. У нас один пассажир. Если он вылетит, то это будет говорить о том, что наш автобус развалится на части. Уже конкретно причем. Давай, 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 давай. Поднимаемся. Все, сейчас бедолага у нас. Дядька этот вылетит. Да, вылетел, все. Теперь автобус у нас вообще. Бедолашка. Давай, давай, давай. Есть. Так. Вообще расфигаченный у нас автобус. Так, бензина вроде бы еще немного. Едем дальше. О, нет, 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 все нормально. Все нормально, главное мне не разбиться. Куча звездочек заработанных, это хорошо. О, монетки сейчас. А, еще 5 монеток я пропустил. Ну, еще страшного. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сколько было пропущено монет? Так, у нас уже почти 124 тысячи. Да, купим мы. Что-нибудь докупим. Обязательно. Ох, опять монетку одну пропустил. Ничего страшного. Так, здесь надо будет аккуратненько подняться. О, хорошо, давай, 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 давай. Мощность, мощность, мощность. Наша вонючая, не хватает мощности, представляешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Сейчас подождем здесь. Так, и должен у нас гаджет начать работать. Во, давай, 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 давай. Где? Почему гаджет не включается? Давай, гаджет. Во. Гаджет включился. Есть.
мы, ребята, с помощью нашего вот этого гаджета мощность у нас была. Нормально. Ух ты. Угу. Дали нам монет. Все, сейчас я, по идее, буду монеты собирать. Мешочки. Главное вообще нам не развалиться уже полностью. Вот такое чувство, что сейчас нас, наш автобус полностью развалится и сломается. Давай, 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 немножечко, немножечко, немножечко. О, хорошо. Так, ну здесь, в принципе, легко будет подняться. О, так, тихо, тихо, тихо. Вон я вижу мешочек с деньгами. И у нас, кстати, топливо заканчивается. О, давай, 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 поднимаемся как раз. Хорошо, поднялись. У нас мощность была большая. Так, тут, смотри, часть автобуса валяется. Нифига себе. Это я так далеко доезжал, что ли? Когда-то в свое время. Ну, вон я еду, да? Ладно, сейчас попробуем перегнать его. Давай, 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 поднимайся. Есть, новый рекорд, ребята. Мы победили, новый рекорд. Офигеть, уже 6 тысяч. 6 тысяч у нас. 26 тысяч, то есть. Да, теперь я остался один. И сейчас будем ехать. О, нормально. Так, бензин закончился. Ё-моё, где ж там у нас бензинчик? А, вон где, далеко, далеко, далеко бензинчик. Тихо, 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 тихо. Все нормально, все хорошо. Сейчас главное доехать до мешочка с деньгами. Есть, 1600. Офигеть. Вот это мы денежек сегодня заработаем. Хорошо. Так, и поднимаемся вверх. Все, отлично. А, отлично. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Так, крутой подъем. О, как мы хорошо заехали, слушай, да? И еще мешочек с деньгами. Косарек, наверное, да? Сейчас посмотрим, сколько нам денег дадут. О, 1650. Уже больше. Хорошо, что я прокачал немножечко наш автобус. О, давай, давай, поднимаемся. О, а что ты здесь подняться не можешь? Что, реально, что ли? Ты что, издеваешься? Давай, 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 давай. У тебя прокачанный нормально, двигайся. Коровы начали мычать почему-то. Я никогда не слышал, чтобы они мычали. Ух ты, нифига, подъем какой, ёлки-палки. Нифига, что с автобусом? О, смотри, в принципе, легко мы поднимаемся. Однозначно. Главное сюда сейчас... А, добраться, нифига я не могу подняться. Ой-ой-ой-ой. Так, ну давай попробуем. Маханем. Давай-давай-давай-давай. Есть! Офигеть. 1700 заработали. Так, у нас бензин заканчивается. Где бензин? Где этот вонючий бензин? О, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Бензин, бензин, где? Офигеть, он так далеко. Так далеко находится бензин. Давай, давай, пожалуйста. Нет. Чуть-чуть, ребята. Чуть-чуть, ребята. Мы не доехали. Да. Не хватило немножечко, немножечко не хватило бензинчика нам. Ну, все равно, рекорд очень хороший. Давайте еще, значит, попробуем в горах на нашем автобусе проехать. Так, а ну-ка, пробуем в горах. Проверим, получится у нас или нет. Далеко проехать. И мне нужно еще звездочки пособирать. Да, звездочек надо много. Но ничего, сейчас посмотрим, куда. Ну, не проехать мы сможем. Далеко или нет. И я думаю, мы соберем звезды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не разбился. Думаю, соберем звезды. Звездочки и откроем новую карту. Надо будет проехаться немножко. Вот в этой местности, где горы. О, хорошо у меня этот самый. Нормально здесь там, ускоритель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, разбились нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой, как жалко. Как жалко, что мы разбились. Ну да ладно. Давайте еще раз попробуем. Давайте другой автомобиль возьмем. Трактор. Почему бы и не трактор взять? Либо давайте купим любимый двухколесный транспорт. Билла. Приобрести. Отлично. И поехали.
На мотороллере. О! Мотороллер какой у нас. Прикольный. Ой-ой-ой-ой, чуть не упал. Чуть не разбился. Ух ты! Какой он несбалансированный, нафиг. Смотри, я вообще полностью разбился. Да. Давайте еще раз. Давайте улучшим мотор, повысим. И сцепление. Да, сцепление можно два раза сделать. Все, поехали. Сейчас, я думаю, полегче будет нам ехать. Ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо. Главное тут особо не ускоряться. Очень опасно. Все, смотри, проехали нормально. Едем дальше на нашем... Нифига ее трясет, смотри, в разные стороны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, мотоцикл. Жесть, смотри, не могу. Его переворачивает просто. Не хватает мощности двигателя. И трясет бабищу, смотрите, в разные стороны. О-о-о. Не, на мотороллере я боюсь. Его прокачивать надо конкретно. Какой же мотороллер сумасшедший, вообще жесть, смотри. Давай, немножко, там же деньги лежат. Ёлки-палки. Не смогу доехать, что ли? Да, разбились мы. Мотороллер не алё, вообще не алё. Давайте выберем город. А, в городе поедем. В городе не так тяжело. Ну, полегче немножко, конечно же, в городе. Не так сложно, наверное, ну не знаю. Посмотрим, докуда доедем. В нашем мотороллере. Очень такой он сумасшедший. О, разбились, да ну нафиг. Вообще опасный мотороллер. Я не знаю, как на нем ездить.